хорошо. Так, это у нас Хонка. Это холл. Ага, спасибо. Что-то, может быть, расскажете нам? Не будь Януковичем, не кради, это правильно. Не отставай, Люб. Чтобы мы же вдвоем, чтобы удобнее было. Да, да, да. Все понимаем. Это мозаика, да? Ну да, ну я скажу, ну, у меня будет второй, а это стилизация. Стилизация да, под... Это... Пол тоже такой же, как мы на Дебаркадере были. А, вот он кинотеатр. А мы там смотрели, там был телевизор не очень. Так, кстати, ваш кинотеатр. С ну, такими два, вот креслами, два да? Два массажных кресла, да, тут и почивать пока не сотники. Можно присесть? Можно. Да, я просто во всех креслах стараюсь сесть и попробовать на себе, так сказать, пятой точкой. Нет, то на его кресло. Не, ну это понятно, но мне большего и не надо. О, скажем так, сейчас... Удобно. Я не могу быстро двигаться, извините. Да. Тоже, ну это так, для гостей телевизор, я так понял. А вот это вот тоже непонятно, как оно, что и зачем. О, еще один рыцарь. Это уже народ. Немножко на Каремат Межигорье, это просто песня, это классно. А вот это камин, сейчас, извините, я камин. Это камин. Но я так думаю, им не пользовались в связи с тем, что он там практически чистый. Так вот он. Это ко. А, Вин пишет за кинотеатром, то кинотеатром. Так, еще один телевизор. Ух ты. Я ребята. Цю кімнату короля Артура. Ну, тому що тут 12 сільців і вони стилізовані під середньовіччя. Ребята, это что-то с чем-то. То курення. Ну, там наші хлопці. А вот здесь вот, наверное. Ну, взагалі це камінь. Ну, понятно. Ну, тут пацани покурили, как говорится, ті діла перетерли. Можна, да, в кресло? Да. Я понял, здесь вытяжка. Это курительная комната такая, ребята. Вот это вот вытяжка. Хорошо, хорошо, да. Таки не вставай. Да нет. Посмотреть. А можно я этот вот бочоночек? Бочоночек. Вот тот самый бочоночек. Там нам не хватает, да. Этот бочонок. Да-да, пойдемте. Да. Как вы тут не путаетесь, а? Я тут запутался уже. Это ничего страшного. Не, сюда, да, я понял, я не разобрался. Такое вот зеркало. Тут еще и казино. Казино тут или что вы сказали? Ага. А, тут даже есть лифт. Вы посмотрите тут на эти вещи. Два лифта есть. Даже это, два. Это для Яника. Он от первого до пятого. Тут еще есть... То есть вы хотите сказать, что мы сейчас поедем на его лифте, да? Да. Я сама это сказала. Это, да. Причем, обратите внимание, двери прозрачные. И с мозаикой. Ну, можно было и по бриллианту на каждую кнопочку, на самом деле. Как-то вот он совсем пробочил. Ну да. Вот. Персональный лифт, ребята. Это персональный лифт. Да, я теперь понимаю, для чего Межигорье, чтобы на персональном лифте кататься. Ух ты, какое освещение шикарное. Да. И практически в каждой комнате пианино. В каждой комнате пианино. Тоже Роланд, да? Такая же, как на Дебаркадере. Сейчас я чуть-чуть посниму. Ага, спасибо. Ой, коты. Да. Все. Ну, вы же поймите, меня же больше сюда не пустят. Я стараюсь ухватить все. Это для тех, кто не смог приехать. А, что было? Ага.
Можно я чуть-чуть просто мацну вот это вот? Да, вот она коллекция пуль, о которых писали. Да-да, спасибо. Все-все, идем. Да, вот это вот. Жорик. Это есть у нас общий знакомый. Наверх? Да. Спросите, куда? А, вот здесь, да? Это какой этаж считается? Второй, да? Это который каменный, я правильно понимаю? Ну, там каменные два этажа, и дальше деревянные идут. Ковры. А, это детская. Да. Ух ты, а можно? Жила донька его коханка. Ну, для девочки, да, в общем-то, неплохо, я хочу сказать. Ну, да, да. Ну, так грубо. Скромненько, но чистенько. Так. И кони. Кони, пони. И Чебурашку забыла, бедолага. Как она без Чебурашки, я за нее переживаю. А что здесь? Ванна, гимнастика. А можно? Вони идут абсолютно однакові. Ну, просто. Да, можно. Разрешите? Да, такой. Я не буду топтать, просто, вот, чтобы просто понимали. Ну, это для девочек, да. С позолотой. Да, вот оно с позолотой, ребята. Вот оно. Так, ну и да, да, то есть так вот, чтобы удобненько светило. Спасибо. Спасибо. Так. Ну, в принципе, на лифте ж можно было и выше подняться, это мы просто идем, да? Понял. То есть вы не подумайте, что лифт только на один этаж. Так, сейчас я чуть-чуть подсвечу, чтобы было видно, какой между этажами пол. Да, тот же самый пол. Кабинет. Вау. И тоже елка, ребята, обратите внимание, опять елка. У него была явная психотравма по поводу елки. Я уверен, что... Нокдаун, нокаут или нокдаун. Так, сейчас. Потом. Судя по тому, как стоят книги, явно они не читанные, а исключительно для... Любаш, чуточку... Так. Ну, тоже экранчик такой, не слабый. Ребята, полминутки можно? Я чуть-чуть. Не, Панова, давайте не будем. Не, ну я спрашиваю. Не, ну, нам же в музее не дозволяют. Не, ну рукой погладить можно. Не, ну ладно, нет так нет, ладно, спасибо. 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 Так, ребята, а вот это вот у нас, это, я так понимаю, для приема гостей еще одна комната, да? Да. Ну, то есть так, в общем, чтобы-то не толкаться локтями. Да. Да, чтоб вот, в общем-то, ковры, как вы видите. Это у нас фотографии. Да. Давайте, чтобы уже время мы вас не воровали. Вот я еще хочу посмотреть, что за пианинка. Да, обратите внимание на пол. И вот эти самые люстры. То есть, когда он говорил о люстрации, он имел в виду, наверное, что-то вот такое. Стэнвей. Это пусть уже мои специалисты-музыканты говорят. А вот это вот бильярдная, можно? Так, можно заходить. Да, и вот, кстати, вот тут тоже можно постоять. Да, сейчас я. А вот это вот бильярдная. Just what he's feeling now.
тоже опять круглый стол. Не знаю, те, что будут дальше дети, то мне больше важно. Не, взагалі, яке ваше враження, тому що ви бачили, мається на увазі весь шик. Все, сняли? А что, подскажите, вот это что, что такое, девушка? А вот это вот что? Это музычная скринка. А свет? Не, свет можно? Чуть-чуть. Ой. Да, вот. Все видно, все хорошо, спасибо. Это музыкальная шкатулочка, да? Можно я? Пусть люди работают. Спасибо, все. Я так понимаю, это... Все, спасибо за снимок. Да. Тоже камины. Да, чтобы не сжечь. Экскурсия, посмотрите на вот это вот все. Пианинку мы уже засняли. Смотри, как он тут не терялся-то, а? Я бы запутался ночью, встал бы в туалет. А, вот так, чтобы не запутал. Я понял. Логично, в принципе, логично. А, это столовая. А я как-то и не догадался, извините. Я как-то и не понял, что это может быть столовой. Давайте посмотрим, сколько люстр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь люстр в столовой. Ну так, бедненько. То есть, опять же, экранчик, да, это телевизор, да, как вы поняли. Хотя раньше были, мы встречали Sony, а это, что я смотрю, вкусы изменились, Panasonic. Либо не отставай. Так. А, это столовая, а то кухня, я понял, да. Если бы на кухне, я бы не догадалась. Да, а вот это, вот у меня такое ощущение, что это явно не просто цвет золотистый, да. Так, чтобы было красивенько. И водичка, посмотрите. Это как раз лифт для прислуги. А это лифт для прислуги? Ну, да. Понятно, да, то есть вдруг что? Ну, не бегать же им. Да, и вот же весь фарфор, все дела. Идем, телефон. А это что у нас, извините за вопрос? А, это переговорная, понятно. Это переговорная у нас. Как-то я вот сразу и не дал. А сколько у нас переговорный люстр? Раз, два, три, четыре, пять. Не, ну для переговорной пять люстр самое оно. Да, вот еще свечки есть, если вдруг свет отключат. Да. Я хочу просто погладить рукой. Ребята, это не передать словами. Это просто надо попробовать на ощупь. Идем. На ощупь, чтобы понимать. Уровень качества этого дерева. Честно говоря, у меня просто разбегаются глаза. А здесь у нас этот зал, как вы сказали, для... люстры у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну и девять. Это центральная люстра, больше нету, это самое главное. А, вот. Да я понял, да. Я уж как-то... Извините, я не могу это прокомментировать. Да, но главное, что есть икона. Главное, что все с Божьей помощью. Да. У меня только один вопрос. Зачем? Вот только... Боже... Ребята, это дерево, это, ну, я вам не могу передать словами вот это ощущение. Попробуй. Ну, хорошо, вы сидела. Ребята, это Алис. Если вы думаете, что это не все. Сейчас мы поднимемся, я вам покажу вид отсюда. Блять, ребята, это... Это люстра.
То есть, когда он говорил о люстрации, он имел в виду, наверное, что-то вроде этого. Я понимаю его опасения насчет люстрации внука. Да. А вот это что? Это кто у нас тут жил? То есть, любимое животное, я так понимаю, забрали с собой. Или птичку. Господи. А, вот еще столик. Сейчас нам еще что-то покажут. Ну, думаю, вы сами сможете догадаться. Извините, я шапку сниму. Можно реанимать. Тот Бог не был. Это понятно. Но, ребята, ну вы сами все видите, я... Это кімната, з якої було винесено, з якої було винесено найбільше скільки золота. Ага. Свечи. Это свечи. Почему импортные, заметьте, ребят, свечи? Почему-то вот отечественные он не признает. Странно. А он же вроде в московской у нас, московская друг. Да. Ребята, это вот ради вот этого всего он шел к успеху. Ну, я так думаю, что не стоит ей пользоваться, потому что ему она явно не помогла. Спасибо. А можно узнать, что здесь? Можно. Благословен. Гряды во имя Бога. Ага, спасибо. Понятно. Молильня у нас в доме. Ну, хорошо, да. Я вот как-то не догадался бы у себя в доме молильню делать, но... А это пятый этаж считается, да? Это, а вот эта дверь, это кто там живет? Я не знаю. Вона пошла. А попробуй, она закрыта, да? Она на магните. Магнитный ключ. А, понятно. Ну, раз магнит, значит, самое интересное там, наверное. Ладно, спасибо и за это. А что можно посмотреть? Так. Сейчас у меня свет есть с собой немножко, правда? А не, есть тут свет? Так. А, это гардеробная. Скажите, а правда говорят, что тут хранилище для шапок было? Не знаю. Это для годинников. А, для часов, да? Понятно. А это вот для того, чтобы часы хранить? Что это? Глубоко. Радуйся, потому что именно ваши. Так, ну, гардеробная, да, я так вот с утра зашел. Оделся. Все только одна. Тобто п'ятий поверх це повністю всі гардеробні. Тобто це гардероб повністю. Шикарно. Да, ну, туди нікого не можна. Все, понятно. А там теж гардероб, да? Ні, туда. Ага. А вот это вот. Ну да, це найцікавіше експонат, який тут є. Почему-то женщина без голови, ребят. Без рук і без ног. Без рук і без ног. То есть. Вы знаете, у меня такое ощущение, что он так и Украину видел. Так, а тут закрыто. Ну, проведи, куда, где еще? Ну, власне, это все, потому что там... Там закрыто тоже, да? Там, ну, понятно, чтобы не будить людей, я понял, да. И за это спасибо. Ну, тут там велика комната, кімната розділена на дві частини. Я пройду, можно? Да, это так вот. Так вот проходите, так всякие штуки тут лежат. И такое стеклышко. Ребята. Это пипец. Тоже женщины какие-то голые и без фигуры. Вот непонятно, почему его перло на это. У нас были вчера
Ага. І сказали, що тут все в переміжку. Тобто це тут. Тобто вкусу полиці... нет в принципі, да? А, ні, на одній, ні, ні. Тобто на одній полиці може стояти як птіч, ага, так і витвір мистецтва. А, то есть все в перемішку. То есть так, так, мусор вместе там з красною і чорною кров'ю. Тобто, наприклад, може бути там фарба золота, ага, і перед бути реальне золото. Понятно. Да. То есть так, я так понимаю, его самого там по ходу дела кидали, да? Я не знаю, я не знаю. А здесь что? Там заранее. А можно? Можно. Ну мы же все ищем золотой унитаз, вы же понимаете, да? Слушайте, ну вот. Да, есть вот только пол. И вот такое вот, кстати, биде. Но я думаю, это все-таки позолота. Обратите внимание на вот эти камушки. Вы знаете, а запах, в общем-то, остался. Да, да, да. Запах Пёдорыча еще чувствуется, не выветрился. Ну, я его не нюхал, честно говоря. Вот такой... Все? Можно еще, да, чтобы... А, этот вот... То же самое. То есть писсуар, я так понимаю, биде. Знаешь, цікаво, це я спроводу, щоб дам спроводу тічу і реальності, що, наприклад, ми знаходили, ну, наприклад, це позолота, ну, тобто це не справжнє. Ну, це от позолота, да? Це фарба, звичайно. А от, наприклад, ми знаходили, ну, ми визначаємо золото то чи ні по пробі. Ага. Наприклад, ми знайшли, ну, мене це особисто здивувало, підставки для масла і для солі і перцю, знаєте, такі? Так, і золото. Воно були золото, так, да. 925-ї проби. Ну, правильно, чим, а от, кстати, бачок от для мусора, да, теж позолочений. Ще золоте було, знаєте, кришечки на сільнички. У мене також було. Ну, а чи ні? Дуже навіть... Тому, ну, тобто, наскільки я розумію, то це... А можно свет вот для вот этой дамы? А, да, сейчас. Ага, спасибо. Вот почему-то его на полных женщин явно тянуло. Не знаю почему, но у нас с ним явно разные вкусы. Спасибо. Вот это вот такая вот вазочка. Люба, пошли. Да. Да. Так, а как? Нам в ту сторону лучше выйти, да? Сейчас, сейчас я. Ребят, позвольте я. Так. Пальмы. А что не елка? Уже б елку ставил. Гулять так гулять. Хорошо, ну спускаться можно и не на лифте, да, нас на лифте президента прокатили, как бы, я 3 недели назад не мог себе представить, что я на его лифте кататься буду, вот. Жалко, конечно, вы не дали мне в кресло его присесть, но, и за это спасибо, а, сюда, да? А. Это шкафчик. Причем везде освежители воздуха стоят. А это просто вот коридорчик, да? Так. Ну да, 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 я говорю, что это просто коридорчик. Но если вдруг устал вот, ходить по дому, можно присесть, отдохнуть. А кто ж в ней спал-то? А, это гостевая. Это гостевая. Люба. С экрана уйди. Спасибо. То есть это если Пёдорыч облагодетельствовал бы вас своим почтением принимать у себя, то вы бы спали вот здесь. Да. Ну и такой бы экранчик был у вас небольшой.
Ну так, да. Вы же не Пёдорович, поэтому как бы. А что, здесь туалет, да? Да, ну такие салоны типа. Такой же или менее шикарный? Ну, скажем так, тоже по-богатому, но. Душик. Ух, йо! Такие самые души, что и Тельяника. Ох, йо! Два души, да? Душмальнее ты же. Это. Ребята. Это, ну, как бы да, я читал, я смотрел, но я не. Вживую это, конечно, потрясает, скажем так. Слушайте, я уже запутался, куда идти. Куда туда, да? Да. А. Так. Ага, спасибо. Хорошо. Это тоже едальня. Да сколько жрать же там можно, а? Ага. Вот это еще один бочонок именной рыбки. Ну, рыбки сказать, что прямо они оригинальные, супер. Ничего сверх такого я в рыбках не вижу. Зато есть часики. Картины. Ну, куда ж без иконы, конечно. Без... Какого? 18-го столетия. Ну, правильно, что, пацан же ж так. И вообще, помните, что у каждой гимнате на дверных косяках такие наклейки? А, ну это понятно, да. Это что, освещено, все хорошо, жизнь удалась. Так, на кожне и на сложных. Спасибо. Огромнейшее спасибо вам за экскурсию. Я думаю... Наши зрители в Донецке, те, кто не смог сюда доехать, с большим удовольствием посмотрят. Да, потому что когда мы им говорим Межигорье, они говорят, и что? Ну вот для того, чтобы сказать, показать, и что? Да, мы опять, нас опять везут лифтом президента. Это, ну понятное дело, да. Это. Еще бы, это ж... По-серьезному все. Вот это вот все лифт. Ребята, это лифт. Стеклянные двери. Ну, зеркало, то есть все. Все как положено. Мозаика? Да, мозаика. О, скульптуры. Да, то есть вот вход он еще так себе, а вот, ух ты, а вот это антиквариат или как, или подделка под антиквариат, да? Фига себе. И посмотрите на вот эту кисточку. Эти вещи, они были вынесены из каплиці. Золото? Так. Это все золото? А, нет. Ну, от на Біблії золото, і на оцій штуці, от ручка оця, це золото, а на іншому ні. Спасибо. Все, спасибо вам большое. Всего доброго. А, да, пожалуйста. Щасливо.